Привет всем! Пришли ко мне вот такие вот светодиодные лампы с патроном Т10. Брал я их специально для своего автомобиля. Подсветка салона. Давайте проверим, рабочие они или нет и как они светят. Мощность сейчас не будем проверять. Вот. Вроде бы как неплохо. Это одна сторона. Они же имеют так, светят с двух сторон. Так, сейчас. Вот, очень ярко даже светит. Думаю, в салоне будет очень светло. Так, ну вроде бы как они все целые. Сейчас мы еще последнюю проверим. Вот, лампы целые. Итак, следующее видео сниму именно как они светить будут в салоне по установке на свою Мазду 6. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.